Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І саме цієї миті, як завжди, у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні в рамках нашого ефіру ми присвятимо зустріч роботі Миколаївського обласного центру німецької культури. У нас у гостях голова центру Дмитро Цегельний. Дмитро, доброго дня! Дякую, що ви сьогодні з нами. На самом деле, каждый раз, когда мы заявляем о работе определенного центра, определенного направления культуры, мы говорим о величайших традициях, да, людей, которые здесь работают, подчеркивают уровень своей культуры, своих традиций, корней, и, конечно же, уважают традиции людей, которые живут рядом. Расскажите, пожалуйста, как давно работает ваш центр? Николаевский областной центр немецкой культуры начал свою деятельность 17 лет назад. Вот 2 года назад у нас было большое празднование, мы отмечали 15-летие со дня образования нашей организации. Ну, центр возник на базе общества Wiedergeburt, это общество работает и сегодня, это еще одна немецкая организация этнических немцев. Но в 1998 году появился центр немецкой культуры. То есть вот наши 2 немецкие организации работают параллельно. Какая цель была создания этого центра? Цель создания центра была, в общем-то, примерно такой же, как и общество Wiedergeburt. Ничего нового мы, в общем-то, не открывали. Это развитие, сохранение культуры, языка, традиций этнических немцев нашего края. Давайте поговорим об истории. Как получилось так, что на юге Украины поселились немцы? Как сложилось исторически? История восходит к временам правления Екатерины Великой, которая своим указом, даже 2 указами, от 1763 года пригласила сюда иностранцев. Не обязательно немцев, но в указе было иностранцев. Но так получилось, что в основном это были немцы из немецких земель. Вот. Самые первые переселенцы здесь появились в конце 18 века. В основном, если говорить о территории Николаевской области сегодняшней, потому что тут придется немножечко ограничить исторический экскурс, наверное, все-таки нашим краем, конечно, появились большей частью в продолжении политики Екатерины внуком Александром I. Николаевские колонии немецкие были в основном заселены во времена Александра I, то есть это 1809-10-11 годы. В основном вот Николаевские колонии основаны именно вот в течение нескольких лет. Вы говорите о том, что были волнами при, да, переселенцы. Да. Как сложилась дальше судьба людей? Дальше этнические немцы, пройдя очень сложный, даже, можно сказать, зачастую и трагический путь заселения этих неосвоенных земель. Как мы знаем, эти земли осваивались после русско-турецких войн, и для освоения новых территорий нужны были людские ресурсы, нужны были не просто людские ресурсы, а именно грамотные хозяйственники, те, кто умеют работать на этой земле, которые могут дать экономическое развитие этому краю. Поэтому, в общем-то, этнические немцы, я считаю, с честью выполнили поставленную им задачу. Вот, они действительно во многом внесли значительный вклад в освоение нашего края. В основном их, ну, если мы будем говорить о немецких колонистах, задача их была в области сельского хозяйства. То есть они сеяли пшеницу, рожь, занимались скотоводством, виноградарством, садоводством, овцеводством и добились очень больших успехов. Вот. На, скажем так, к началу 20 века, даже вот, где-то так, начало 20 века, к началу Первой мировой войны, в Николаевской области было около 30 тысяч немцев. То есть это достаточно такой серьезный процент. А сегодня мы можем дать какие-то цифры, хотя бы общие, вот хотя бы направление? Да, мы можем очень примерно сегодня сказать, сколько, потому что, к сожалению, мы не можем сказать очень такой подробную, такой очень точную цифру, ввиду достаточно серьезных таких миграционных процессов в последние годы. Но по состоянию на 1989 годы находилось на территории Николаевской области 1200 немцев. Часть немцев потом еще вернулись из Казахстана и Сибири. Многие, к сожалению, уже уехали в Германию, поэтому на сегодняшний момент, ну вот,
Возможно, эта цифра не очень изменилась, но где-то вот так примерно. Ви знаєте, шановні друзі, я хочу сказати про те, що насправді ми щасливі від того, що ми живемо на півдні України. Ви бачите, скільки перехрещується культур і скільки ми можемо бачити свідчень у цих культур. Тому що дійсно на Миколаївщині існують села, і не тільки на Миколаївщині, на півдні України існують села, де зберегли залишки культури, поселень, у тих майстрових родин, які будували цілі маєтки, і ці маєтки збережені досі, і там живуть українці, вони підтримують стан цих маєтків. І якщо ось задатися метою і поїздити по Миколаївщині, по Одещині, ви можете пересвідчитися, наскільки давні ці традиції, наскільки давня культура нашої землі, і наскільки добре, коли одна культура поєднується з іншою, і ми маємо можливість розвиватися таким чином. Дмитрій, скажіть, пожалуйста, сьогодні, якщо брати в рамках України в цілому, существует ли компактное поселение немцев? Потому что, понятно, исторически складывалось так, что война была, определенные репрессионные методы были применены. Тем не менее... К сожалению, исторически так сложилось, что история этнических немцев Украины, да и России в целом, сложилась во многом трагически. И, конечно, это было вызвано историческими причинами, войнами, и Первой мировой войной, и Второй мировой войной. Да, в общем-то, антигерманские настроения появились впервые, в общем-то, еще в царское время. Угу. Вот. Они усиливались и, в конце концов, привели к тому, что... Во всяком случае, на Украине мы не можем говорить о том, что на сегодняшний день существуют места компактного населения. А в пострадянского простору Украины? Сохранились относительные места компактного населения в Сибири, в Казахстане, на Волге. Угу. Там больше сохранились они. Угу. А наскільки ви підтримуєте сьогодні зв'язок з Німеччиною, якщо говоримо вже про роботу вашого центру і Миколаївщини, зокрема? Сегодня мы поддерживаем отношения, можно сказать, да, связи с Германией в первую очередь через благотворительный фонд общества развития Одессы, который является структурной единицей Министерства внутренних дел Германии, как мы с ними работаем в области реализации проектов, направленных на сохранение языка, традиций этнических немцев Украины. То есть это идет взаимодействие между федеративным правительством Германии и Украины. Угу. Тоже на правительственном уровне. На правительственном уровне, конечно, да, все это решено. Вот, и через благотворительный фонд мы получаем финансовую поддержку, вернее, все украинские немецкие общественные организации, не только наш центр, получает финансовую поддержку через этот фонд. Угу. А в каких формах это все реализуется? Угу. Насколько существуют сегодня варианты, что украинская молодежь, например, может поехать в Германию, учиться там? Потому что есть, практикуются такие виды. Совершенно верно. Ну, что касается учебы в Германии, наша организация не занимается непосредственно этой работой, то есть мы не стремимся отправить в Германию, у нас немножечко другие задачи. То есть образовательные программы, конечно, сейчас вообще имеют очень приоритетное значение, языковые программы. То есть сегодня Германия уделяет огромное внимание именно языковой работе в первую очередь. Курсом изучения языка и среди этнических немцев. Ну, опять-таки, в чем специфика нашего центра? В том, что членами нашего центра могут быть не только этнические немцы. И в этом есть определенный плюс, потому что, например, у нас очень тесное сотрудничество с Николаевским государственным университетом имени Сухомлинского. На его базе у нас находится учебно-методический центр. И студенты, которые профессионально изучают немецкий язык, даже не являясь этническими немцами, но они знают немецкий язык, это их завтрашняя профессия, они, естественно, интересуются немецкой культурой. И мы стараемся, во всяком случае, сделать все возможное, да, чтобы поддержать их интерес. И нам это тоже хорошо, потому что они со своей молодой энергией, творческими порывами, задором с таким, они очень во многом реализуют свои идеи, свои планы, это очень хорошо.
Дмитрий, вы видите, вы являетесь свидетелями того, что происходит сейчас в Украине. У нас вектор европейские ценности, у нас европейская культура. Мы стараемся поддержать уровень, заявленный европейскими странами, и, конечно же, поддержать и свое что-то. Вот как вы считаете, насколько современная молодежь, вот приобщаясь к европейским ценностям, сегодня понимает суть того, что происходит? Вы говорите, что вы общаетесь с молодежью? Да, конечно. Ну, здесь очень, наверное, я бы взял на себя непосильную роль как-то обобщить идеи молодежи, потому что, наверное, ну, у молодежи разные, наверное, взгляды. Конечно, в целом, общие тенденции. Общие тенденции, да, как бы я не могу говорить обо всех, естественно. Вот. Естественно, те студенты, которые изучают иностранные языки, ну, скажем, в первую очередь, европейские языки, немецкий язык, английский язык, конечно, они волей-неволей немножечко больше знают о жизни в этих странах, интересуются, это, в общем-то, их даже профессиональная подготовка. Конечно, да, они должны знать страноведение. Языковая среда. Языковая среда, да, безусловно. То есть они, может быть, больше знают о реальной ситуации в Европе, больше знают о жизни в Европе, потому что мы знаем, в Европе тоже не обязательно все так уж идеально и хорошо, там тоже свои есть какие-то проблемы, об этом тоже нужно говорить, мы, это не секрет. Вот, и, конечно, нужно знать все стороны жизни. Не все обязательно у нас так все плохо, и не обязательно у них так все уже обязательно хорошо. Нужно ценить свое. У нас тоже много хорошего. Этнические немцы, в конце концов, когда-то приехали из Германии сюда, давайте не будем об этом забывать. Конечно же. И, наверное, вот в этом сотрудничестве и рождается истина, правда? Да. Когда идет переплетение культур, но очень важно, спасибо большое, что вы сказали, что не надо забывать свое, потому что Украина тоже полна людьми работящими, людьми творческими, людьми с, знаете, таким вот тонким мышлением, восприятием. Возможно, какие-то сложности, трудности, но жизнь на том стоит, что мы должны преодолевать и стремиться к лучшему. И когда существует созвучие культур, это же очень хорошо. Знаю, что в последнее время на базе центра происходили масса интересных мероприятий. Расскажите, пожалуйста, о них. Действительно, очень много происходило хороших мероприятий. Ну, как бы я, наверное, в рамках передачи не смогу охватить все. Давайте о главных. Ну, хотя бы, да, самые основные. Ну, вот хотя бы возьмем за осень, да, этого года. Вот. В октябре наша организация проводила молодежный форум, в котором принимала участие немецкая молодежь Николаевской области. В течение трех дней ребята знакомились с историей этнических немцев, знакомились с жизнью в Германии, смотрели кинофильмы, изучали немецкий язык. Ну, знаковая такой была поездка в немецкую колонию Карлсруэ, бывшая, это сегодня село Степовое. Вот, очень интересно, то есть мы посмотрели, ну я там был уже, а многие ребята впервые там были, посмотрели на здание бывшего костела. Оно сохранилось, оно работает сейчас? Оно сохранилось, но оно не работает, оно очень большое, оно, в общем-то, по размеру, наверное, даже превышает здание костела нашего Николаевского. Там был орган, то есть мы, судя по величию этого костела, можем понимать, сколько там, в общем-то, было людей. Сегодня, в каком состоянии сейчас? Ну, он, в общем-то, достаточно, то есть, ну, внешние стены там есть, крыша есть. Требуют все-таки реконструкции. Но он требует реконструкции, там внутри нужно все, конечно, реставрировать, все это, в общем-то, можно сделать, вопрос именно для кого. То есть, это католический костел. Ну, как мы понимаем, местные жители абсолютно, ну, как бы они в основной массе не католики. Конечно же, поэтому, другая культура. Поэтому он просто как вот такой, можно сказать, не знаю, памятник архитектуры. Памятник архитектуры, наверное, вот не только больше, так его можно, к сожалению, сегодня воспринимать. Ну, будем надеяться, что все-таки будет реконструкция, потому что на самом деле вот такими памятниками и богата наша округа, наша территория юга Украины, потому что действительно, если проследить, знаете, как моменты заполнения вот такими культурными пластами, то вот эти памятники – это свидетели, правда, жизни? Да, да. Знаю, что буквально на минулому тижні в областном музее имени Верещагина открылась выставка «Цікава». Расскажите про неї. Я немножечко коснусь все-таки предыстории этой выставки, потому что иначе будет непонятно. Да? Смотрите, значит, эта выставка юбилейная. Она как бы знаменовала собой десятилетие плодотворной работы
вот этого проекта «Встреча поколений». Я немножечко остановлюсь о самом проекте. Сам проект возник в 2005 году благодаря идее, инициативе Ангелины Сергеевны Шарт. Это председатель Совета, это член Президиума Совета немцев Украины, арт-директор Совета немцев Украины, она сама житель Николаева. И она занимается социальной работой, о ней тоже можно отдельно рассказать, но вот в данном случае она является вот идейным таким мотором, вдохновителем этого проекта. Угу. Да. То есть все начиналось достаточно сложно, потому что нужно было найти, собрать художников всей Украины. Этнических художников немцев. Это проводит Николаевский центр немецкой культуры, но это всеукраинский проект. Угу. То есть можем говорить о том, что вот Николаев вот в данном случае стал вот таким центром, инициатором Дмитрий, этого проекта. Дмитрий, у нас есть сюжет, да. Давайте посмотрим непосредственно, что там происходило, и спробуем зануритись в атмосферу открытия выставки. Давайте подивимось. Колекція налічує близько сотні картин, але у виставковій залі вмістилось лише половина. Ідея створення подібного проєкту належить Ангеліні Шардет, члену Президентської ради німців України. Саме вона об'єднала етнічних німців-художників різних поколінь. Здесь не все работы маститых художников. Не стоял вопрос в этом, чтобы в этом проекте принимали только заслуженные художники. Наоборот, этот проект был сделан для молодежи, для встречи поколений, для того, чтобы передать свое мастерство нашему будущему, нашей молодежи. На ювілейній виставці представлені картини в стилі живопису та графіки. Всі роботи різні як за жанрами, так і за манерою виконання. Особливий скарб експозиції – картини з зображенням старих кірх, яких вже майже не залишилось у сучасній Україні. Прежде всего мы хотим показать, что существует большое историко-культурное наследие, которое оставили немецкие колонисты, немцы за последние несколько столетий. Буквально хорошо представлена абсолютно новая композиция работ Гарри Руфа. Это немецкие кирхи Украины. Мы готовимся к 500-летию реформации, большому юбилею. И именно по этой причине мы собрали те здания немецких кирх, которые сохранились на территории Украины, и сделали из них работы. Серед відвідувачів було багато молоді, яка жваво цікавилась зображеннями та історією етнічних німців України. Очень интересная выставка, мне очень понравилось. Очень разнообразно все, куча художников и очень увлекательно. Впечатления как хорошие. Конечно, есть картины, которые мне не очень понравились, есть, которые, правда, принесли мне что-то новое, что я взяла для себя. Некоторые мотивы очень интересные, правда. Ну, есть такие, которые больше сказочные, детские, конечно, это тоже очень важно, но мне не очень. За словами організаторів подібного проєкту, немає жодна культурна меншина України. Виставки картин етнічних німців відбувались у великих містах країни. У кожного своя експозиція та ілюстративна історія. Виставка відкрилась, вона ще триває. Скільки часу можна буде переглянути експозицію? Выставка будет работать еще несколько месяцев, но я вам скажу, что я все-таки коснусь того, что выставка это не единственная. Я хотел бы сказать о том, что нам, николаевцам, немножечко все-таки повезло. Очень повезло. Первые лица вы видели на открытии выставки были. Это очень лестно на самом деле, что они почтили своим вниманием. Да. Вы знаете, я бы хотел сказать отдельное спасибо Сергею Николаевичу Рослякову, директору музея, который в данном проекте не просто директор музея, он участник пленэров. Правда? Он сам замечательный художник, и он читает лекции на пленэрах по истории западноевропейской живописи. Очень эрудированный, грамотный человек. Просто поддержал инициативу, и творчески еще. Он творчески очень поддерживает. Вот. Ну, самая первая выставка у нас была открыта в декабре 2007 года в литературной гостиной музея. Ну, вот сейчас удалось представить больше 100 работ. Одновременно вот сегодня проходит выставка немецких художников в Одессе, в историко-краеведческом музее Одессе. Которая, то есть это серия такая это по серия, Украине, да? А вообще выставки проходили, я считаю, во всех крупных городах Украины. Это и Львов, и Мукачево, и Киев, и Одесса, и Херсон, и Днепропетровск, и Донецк, и Очаков,
огромная география, собственно говоря, вся Украина стала для нас. Дмитрий, как отбирались участники выставки? На кого вы ставили? Участники выставки у нас, в общем-то, вот я тут с собой... Да, мы берем перенес, в руки. Да, вот это, я так понимаю, что альбомы созданы, да? Да, это каталоги картин. Здесь представлена краткая информация о художниках, о самом проекте и... некоторые работы художников. Да. У вас вот сейчас в руках первый каталог, вышел еще один, уже новый каталог. Работа продолжает писаться все новое, потому что каждый год проходит семинар «Пленэр» и создаются новые произведения. Об участниках расскажите, как собирались эти люди и кто отбирал? Участники, у нас как бы такой принцип – как я уже говорил, название проекта «Встреча поколений». То есть это художники-маститые, знаменитые мастера кисти, допустим, тот же Гарри Вильгельмович Руф, который 84 года прекрасно творит, рисует и может многому научить. Это наш николаевский художник Виктор Михайлович Семернев, Галина Семернева, его дочь. Вот. И молодые художники. Они обмениваются идеями, опытом. Это очень важно. То есть есть художники, которые работают с самого первого дня реализации проекта. Есть художники, новые совсем лица появляются тоже. Вот, по такому вот обмену нет особенных каких-то таких жестких критериев отбора. Просто это кто-то ушел из проекта, кто-то пришел в новый проект. У кого-то просто поменяли жизненные обстоятельства. Кто-то уехал, кто-то появился новый. Это живой проект, в нем нет жестких, устоявшихся таких критериев. Вы знаете, я не буду особо, наверное, оригинальная в том, что красота спасет мир, да, и в данной ситуации очень хорошо, что люди объединяются на фоне творческих каких-то основ, где опять-таки объединяет вот эта красота, стремление показать, превознести какие-то моменты нашей жизни, потому что они вдохновляют, они делают этот мир краше, и очень хорошо, что это собирается, видите, разновозрастные категории людей, и в одном гимне такого, да, всплески эмоциональные, и это дает... продвижение, жизнь продолжается. Выставка состоялась. Вы говорите, что два месяца еще люди да, смогут... Она еще, николаевцы, пожалуйста. Гости города смогут посмотреть, ознакомиться, может быть, даже во многом впервые узнать о творчестве, вообще о том, что они существуют, угу. Художники Украины, узнать о их творчестве, конечно. Юбилейная выставка состоялась, собственно говоря, да, проделана большая работа, результаты ее вот сегодня можно увидеть. К чему стремитесь дальше? Какие цели для себя ставите? 15-й год, собственно говоря, вот еще несколько недель, и перелистнет страницу, 16-й встречаем. Основные направления у нас те же, они уже устоялись, они работают. Это языковая работа, это образовательная работа, это социальная работа. Ну, об этом, наверное, все-таки, может быть, больше бы рассказала Ангелина Сергеевна Шарт, но мы неоднократно останавливались об этом. Опять-таки, Николаевский центр на базе санатория «Ингул» проводит все украинские проекты. То есть этнические немцы, пожилые, социально незащищенные этнические немцы – проходит реабилитационный отдых в санатории «Ингул». Угу. Вот, то есть, вот тут Николаев тоже у нас известен этим. Из всех санаториев был выбран именно «Ингул». И наш центр проводит там такие вот мероприятия социальные. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами, что вы поделились своим опытом, знаете, своими традициями, что вы даете возможность развиваться культурным каким-то направлением. В данной ситуации это живопись, это направление художественное, эстетическое. Мы объединяемся на фоне красоты, это прекрасно. Спасибо. Приходите к нам обязательно еще, рассказывайте о своих достижениях. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам миру, добра і злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.